Всем доброе утро. У нас уроки полным ходом. У нас все вот так. Здесь вот так. Вот так, вот так. Вот так. Варится суп грибной, делается салат с тунцом и с рисом с красным. Бардак. Манюша тут у нас вот прям не успела. Она только что спала моська в миске. Я хотела вам как раз это и заснять, что она там была в миске. Прекрасный день. Сейчас Настюша допишет все свои буквы. Я доготовлю все, что запланировала. Мясо чуть попозже, но еще заморожено. И надо погулять. Пишем. Лучше пишем. Давай. Не отвлекайся. Поставь стул нормально. Настя, он на косе басе, так не сидя. Он мне сам там въехал. Значит, так жопой крутишь. Да. Вот тут цветочки прекрасные. Мы выбрались гулять, идем на ярмарку, но карусель закрыта, и это очень-очень печально. Недавно отстроенный комплекс в теплом стане. Посмотрим, что здесь. Мы ехали за карусельки, которая закрыта. Ох, настрелили. Петушок! Камни беленькие! Бежим, бежим, бежим! Качели! Урны в виде сундучков. Лавочки. Печки-лавочки. Все? Да. А вот вокруг пойдем обойдем. Туда можно сходить в парк погулять. Пойдем. Травка какая, муравка. Зайчик понавешал. Да. Травка интересная. Куда, зайчик? Вот так, пойдем дальше. Разные травки причем насажены. Они, наверное, подсвечиваются, Лёш. Они светятся. Они не светятся. Ночью светятся. Осени, много-много детей. Очень красиво. Садись на лавочку. А? Не дешево. Пойдем, зайчик. Листья высокие над городом кружатся с тихим шорохом под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Далеком? Мама, а чё нужно делать? Понять не знаю. Лазить, наверное. Такая здесь площадка. И очень красивый парк. Стой!
Аккуратно. По горке съезжай, Настюш. Вверх поднимайся на трубу. А мы тебя давай будем встречать. Аккуратно, там едут. Аккуратно держись, не торопись. Страшно? Давай, 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 можешь. Идущий. Дорогу осилит идущий. На локти, а не ногами. Они же как-то ногами на них кладут, садятся и едут. Не, ну ты висела сейчас, тебе было совсем не страшно. Локти клади теперь. Или ноги положи вот так. Вот. И поехала. Молодец. Ноги так не очень, так не... а она проваливается туда, ты она себя не держит. Не поднимаешь, ура. Нет, я-то ее держала. Кот накатался? Нет, не накатался. И еще хочется. Прям шикарная-шикарная осень. А мы потихонечку двигаемся в сторону дома. Нам сюда еще будет попасть, на эту ярмарку. Вот этот дым ничего тебе не напоминает.